There's a time for us to let go. There's a time for holding on. A time to speak, a time to listen. There's a time for us to grow. There's a time for laying low down. There's a time for getting high. Time for peace, time for fighting. Time to live, time to die. Time to scream, time for silence. Time for truth against the lies. Time for faith, time for science. There's a time for us to shine. Arī tiek dienas sienas, varbūt arī ar tehniku, nezinu, kaut kas mums bija problēmas kaut kāds ar katalizatoru un turbīnas jaudu. Un, bet tas bija ne tikai no tā, bet arī pašam nebraucās tā kā gribētos. Un izsīt mums uzņina līdzsvar tas, ka bija Faustars pirmajā dopā un tās 10 sekundes ir kā pēc kameras likās, ka, nu, kad Faustars zīmīt neiedegās, tur tie laiki, nu, nākamā minūte pārlica, bet, nu, tiesneši saka, ka Faustarts, nu, tā, palika mums āndi 7 sekundes starpā. Kopumā rāls bija interesants un igauņi ļoti ātri un tiešām ļoti smags arī rallijas bija. Konkurence bija liela un bija ļoti interesanti. Nākamais būs Igaunijā, kur igauņi parādīs to mums visiem latviešiem savus pieliks pie vietas, jā. Tur brauksim visi uz Igauniju, būs ļoti interesanti, jo tur ceļi ļoti sarežģīti un es domāju, ka būs ļoti interesants rallijs tur. Были острые моменты. Вот сегодня был один раз у нас вылет в поле, вот, ну, достаточно такой интересный. Получилась у нас задержка чуть-чуть в стенограмме и было, ну, не просто вписаться в этот поворот, но все равно поворот был длинный, крутой,
В общем, я уже начал присматривать, куда бы можно было выехать так, чтобы никого не задеть, ни зрителей, и машина, чтобы целая осталась. Как только увидел лазеечку, туда, в общем-то, сразу и распрямил машину, спрыгнул. Вот, спрыгнули в поле, там было вниз, по траве, машина не останавливалась. Немножко поработать пришлось рулем. Ну, сделали прогулку большую по полю, зрители показали, где можно безопасно вернуться на трассу. После чего я немножко поосторожнее поехал. Вот для того, чтобы отработать все-таки входы на полеты, на трамплины, чтобы избежать какие-то вращения на заднюю ось при отрыве. Вот. Ну вот важно было вот эти места почувствовать, попробовать. Вот. Ну и поэтому результат может быть и невысокий сейчас, но в целом, я думаю, это задел хороший сделан. Может быть, не просто, конечно, совмещать работу, выступление в гонках, но нет того тренировочного процесса, который должен быть, который нужен. Но пусть так, но все равно маленькими шажочками мы приобретаем опыт и идем, наверное, к стабильной скорости. Потому что если так даже проанализировать, то я более и более уверенно еду и думаю, что если мы еще запланируем, может быть, за лето 2-3 качественные, полноценные тренировки, то я думаю, что к осени мы должны прибавить. Ну, фарши. Ты говоришь, Паш, сел Тайсон Проблемс. Каз бей Проблемс. Гарея Допа. 3x4, izlidojām laukā, uzsēdāmies uz akmeņiem un minūte pa kāju. Nu tā, bet nu vispār forši. Jā, brauksim. Un Igaunija mūsu pirmo reizi, mēs Igaunija nekad vispār neesam nevienu rallī braukuši. Tā kā brauksim skatīties. Nu, šlā rovnā. Была задача ехать стабильно, была задача ехать в определенном коридоре по секундам с километра от Яниса. Задача решена, в общем-то, каких-то экстремальных ситуаций у нас не было, все ровно, спокойно. Немножко пропали тормоза, ну, мы их потом искали, нашли. Ну, мы так порадовали зрителей чуть-чуть, к счастью, там было куда отъехать. Ну, что удивительно, мы проиграли не так много сами себе, это был второй проход. Ну, фактически, это, наверное, значит, что мы ехали с небольшим опережением против предыдущего раза. Ну, я думаю, что, в общем и целом, никаких драматичных эпизодов у нас по пилотированию не было. Это была первая гонка у нас с Сайнером. Я очень доволен тем, как мы сработались. Он удивительный совершенно профессиональный человек, очень флексибильный. Прекрасно читает, все прям туда, куда нужно, в мозг ложится. Ну, просто удовольствие получил от гонки. Поэтому в целом все хорошо.